В первом матче 2017 года хоккейный клуб «Мурман» встречался в Красногорске с командой «Зоркий». Новый год северные спортсмены начали с победы. К 17-й минуте усилиями Егора Шицко и Эдуарда Кондратьева мурманчане повели в счете 2-0. На 25-й минуте хозяева отквитали один гол, однако не прошло и 5 минут, как Александр Кротов восстановил преимущество северян в 2 мяча, реализовав 12-метровый штрафной удар. На перерыв команды разъехались при счете 3-1 в пользу Мурмана. 13 января в Красногорске Мурман вновь взял реванш у Зоркого. Счет на 20-й минуте игры открыли хозяева льда. Отличился капитан красногорцев Александр Потяшин. В самом конце первого тайма Илья Пономарев уравнял цифры на табло 1-1. А после перерыва мурманчане еще дважды поразили ворота Зорького. В результате Мурман одержал очередную победу 3-1. Следующие матчи наша команда проведет 16-18 января в Москве против крылатского «Динамо».